Давайте перейдем к следующей теме, к вашим смс-сообщениям, в том числе связанным с акцией «Стоп-мат», которая была в этом туре, потому что, я так понимаю, что акция была на всех 8 матчах. С учетом того, что еще произошла провокация, наши пиарщики звонили и говорят, действительно, это уникальный, большой совершенно случай, когда черный пиар так сработал, и вот режиссер пиара здесь Сергей Алексеев наш присутствует. Действительно. Вы говорите о том ролике, который был, да, потому что я не могу от него пройти, к сожалению, или нет, к счастью. А мы не собираемся мимо него проходить. Действительно, мы пережили и пережили. Еще раз хотелось бы обратиться. Мат в общественном месте, да и в быту, он недопустим, безусловно. Но традиция есть традиция. И все-таки нам не хотелось бы, чтобы мат матом, а оскорбление, групповое скандирование, мне кажется, ну, то есть вы разделяете то, что было в ролике. Ну, еще раз, мы никто не святой. И реально живем жизнью, и реальные люди, там, две ноги, две руки. Обидно, что существует там эффект невыключенного микрофона, там еще какие-то вещи, но все-таки то, что эта тема так остро стояла, о том, что она отражена, о том, что там еще подняли много материала из других лет, из других эпох и на эту это тему. Это вы о чем я сейчас? Я имею в виду, что тоже там и записи, кто где чего сказал, кто где чего участвовал. То есть эта проблема существует, ее надо решать. Хорошо, но в любом случае я хочу не о вашем, не о ролике с вашим участием поговорить, я хочу поговорить о акции как таковой, потому что дело не только в презентации. Нобель, жаль одно, то, что некоторые журналисты нас не поддержали, увлеклись как бы обсуждением другого, а действительно эта тема, она существует. Вы о ком? Или не о ком? Я о чем, точнее? О том, что существует оскорбление команд, то есть болельщиков болельщиками, но это недопустимо. Потому что, действительно, это заглушает, это отвлекает. И люди, увлеченные полемикой, они не болеют уже за футбол. Там совершенно какие-то другие взгляды, вещи, ну, не знаю. Ну, хорошо, вот была акция «Стоп-мат» на всех матчах. Да. Выходили футболисты в футболках «Стоп-мат». Это уменьшило количество мата? Нобель, ну мы же не наивные люди. Мы понимаем, что это будет сначала и отрицание, и отрицательный выхлоп, и отрицательные совершенно эмоции. Но об этом мы начали думать все вместе. Одни с точки зрения там позвонить и сказать, какие мы плохие, там, другие, какие мы лицемерные, или еще какие-то вещи. Но все равно эта тема была главный в это время, и мне кажется, кто-то задумался на эту тему и сделал шаги для того, чтобы... Хорошо, это... Нобель, хотели да. просто еще добавить, что на прошлом нашем эфире говорили, хотим еще раз напомнить, что это не разовая акция, это целый комплекс мероприятий, которые будут проводиться как минимум до конца текущего сезона, и мы на самом деле даже отчасти благодарны, можно сказать так, ну лично я благодарен тем людям, кто сделал этот ролик, потому что он позволил и нам самим лишний раз посмотреть на себя, почувствовать. И мы надеемся, что и всех других это заставит задуматься, каково это действительно, когда ты, ну, как бы вот на трибунах болельщики, которые скандируют все вот эти вот обидные матерные кричалки, может быть, они хотя бы на минуту задумаются, что как другие люди себя чувствуют, к которым они обращаются, и как они выглядят в этот момент. И для меня это как бы было отчасти даже... как-то весело, потому что многие почему-то считают, что мы все это даже специально срежиссировали. Но хочу еще раз подчеркнуть, это что... Это было специально или нет? Я еще пока понимаю. Да. Специально. Сергеем Алексеевым. Да. Вот режиссер. То есть это Сергей Алексеев, идея срежиссировать... Да. Конечно. Сделать черный пиар такой. А акция будет продолжаться, мы будем обращать внимание. Я просто хотел сказать, что и что еще для нас было очень важно, что из других областей неспортивных тоже как бы стали люди обращать на это внимание, говорить. Если мы начинаем этот разговор, то это действительно очень много значит. Российская футбольная премьер-лига по-прежнему в ежедневном режиме отслеживает температурный режим. И сегодня много было вопросов по матчу в Казани, по матчу в Москве. Температура вполне приемлемая. И я хотел бы пожелать тем болельщикам, которые сейчас едут на футбол. В Химки. Не только, но и в Туле тоже. Чтобы они... поболели, поддержали свои команды. Я убежден, что победит сильнейший. Хорошей вам игры и хорошего просмотра. А какой минимальный порог температуры? И дело в том, что в этом году в регламенте указано минус 15. Если ниже минус 15, то играть, арбитр принимает решение о том, что матч не будет начать. То есть минус 10 нормально?
Ну, здесь нормально, да. Ну, сейчас мы ехали, минус 7, минус 8 тут вот в Москве. Ну, может, в Химках несколько похолоднее. Да, но еще зависит от стадиона. Потому что, например, в Казани он закрыт полностью, там внутри теплее, чем еще подогревается снаружи. Поле, свой микроклимат. Да. Чуть, а на 2, на 3 в Химках все же там продуваемые трибуны, и это, конечно, может сильно влиять. Мы с вами бываем в Химках, поэтому это хорошо. Да, знаем. Но в разных ложах, к сожалению, поэтому мне сложно судить. Да вы не то, что в ложе, вы все время у бровки поле. Да, поэтому мне... Практически на поле. Да, намного... Практически все время в игре. Холоднее, да. Но так, чтобы я в свободное время встал, будучи в здравом уме и рассудке, и сел смотреть матч Ростова и с Амкаром, допустим, ну, как бы зачем. Да, поэтому я думаю, что давай это промотаем, пускай разбираются сами. Это просто интересный момент к вечному разговору о расширении чемпионата России до 18 или 20 команд.